Всем добрый день. Давно у меня не было роликов. Вот сегодня решил снять очередную распаковочку. Давайте распакуем и посмотрим, что находится внутри данного конверта. Так, поехали. Итак, распаковал я конверты. Внутри находились вот эти две замечательные монеты. Первая монета, это у нас Казахстан. Монета номиналом 100 тенге. Так. Монета из серии «Культовые животные. Тотемы кочевников». Такая вот шикарная, конечно, монетка. У меня есть предыдущие монеты в блистерах. Ну, прям мне, если честно, очень сильно нравится эта монета. Тираж ее всего лишь насего 30 тысяч штук. 2020 года монета. Номинал 100 тенге. Супер. Так, следующая монета также Казахстан. Монета номиналом 200 тенге. И монета в качестве proof. Like proof. Так. 200 тенге. Конечно, шикарно выглядит. Просто супер бомба. Прям замечательно. Жалко, у меня предыдущих монет нету в коллекции в качестве proof like. Но зато есть именно это. Потихоньку я буду их тоже собирать в этом качестве теперь. Прошлые монеты, не знаю, смогу ли я приобрести или нет. Посмотрим. Время, как говорится, покажет. Вот это шикарная, конечно, монета. Так. Также недавно я приобрел себе несколько банкнот. Ну, я, правда, распаковал их уже давно, но не показывал. Так, первая банкнота, это у нас идет Таиланд. Такая большая банкнота, номиналом 70 бат. Тайцы молодцы, умеют делать банкноты, делают их много. Так, следующая банкнота, это у нас идет Афганистан. 50 рупий. И последняя банкнота. Это у нас полимерная идет банкнота 2021 года. Арабские Эмираты. 50 дирхам. Шикарная полимерная банкнота. Надо будет как-нибудь сделать обзор на все свои полимерные банкноты. Приведу немного в порядок их и обязательно все покажу. Такое было у меня небольшое пополнение. Все, спасибо всем за внимание. Всем пока и удачи.